Музыка представляет Rolex. Какой необыкновенный момент мы переживаем. Совершенно новая пьеса Вольфганга Амадея Моцарта. Так удивительно видеть партитуру, слышать музыку, до сих пор никогда не слышанную. «94 секунды неизвестного Моцарта» исполнил корейский виртуоз Чо Сон Джин. В Зальцбурге таким образом состоялась мировая премьера. Наш корреспондент смогла увидеть оригинал партитуры. Она написана примерно в 1773 году. Нотный лист был куплен у частного коллекционера. Интересно, что почерк здесь довольно необычный для Моцарта. Да, конечно, его рука видна, но видно и то, что партитуру записывали очень-очень быстро. Видите, перед нами не нотная бумага, а обычный лист, на котором Моцарт начертил нотный стан. Специалисты считают, что Моцарт написал это танцевальное «Аллегро», когда ему было 17 лет. Либо еще в Италии, либо сразу по возвращении в Зальцбург. Я нахожу эту музыку очень радостной, восхитительной, шаловливой. Вы определенно чувствуете, что это написано Моцартом, молодым Моцартом. Вам передается чистая эмоция. Это как прыжок. И вдруг такой лиричный переход. Этот контраст мне очень нравится. Моцарт заявил о себе очень рано. Его редкий дар в полной мере отражен в концертной арии «Ва даль фурор портата». Мальчик написал ее в 9 лет. Вы видите юношу полного амбиции, энергии. Вы слышите? Посмотрите, что я только что сделал. Это драматическая пьеса о ярости, его ярости. Внутри Моцарта бурлило что-то, предвещавшее Дон Жуана, весь ряд его великих драматических работ. Моцарт берет нас за руку и проводит через трудные времена. Но он всегда выводит нас к свету. Программу «Музыка» вам представил Rolex.